Подъем у нас сегодня был... Ой, ой. 4:30 утра. Она уже у меня поспала. Ой, 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 ой. Я сходила в ванну с пеной. Сделала все процедуры с собой. Так хорошо. Ой, это вообще замечательно просто. Как будто заново родилась. Сейчас сижу, с ней смотрю кино. Медвежья шкура. В шоке я, конечно, от этого кино. Такие девочки. Нехорошие там. Неужели такие вообще бывают? Даже не верится. И вообще, пора уже обедать. Хочу есть. Мама чуть-чуть отдохнула. Ну, чуть-чуть. Так, подразнила себя. Кофе вообще не помогает. Почему говорят, что кофе помогает взбодриться? Вот мне оно не помогает взбодриться. Сейчас красилась, вон. Идут уже мои, на весь подъезд кричат. Красилась, вот моя косметика тут. Вероника ее всю разбросала, правда, на пол. Косметика. Все у нас на полу, как всегда. То и как маме еще краситься-то? И вообще, хочу новый телефон. Идем в музыкальную школу. Вот она. Что, Вика? Когда-то я здесь тоже училась, но не доучилась. И очень об этом, конечно, жалею, что бросила это дело. Что, Вика? Да, лезешь. Ай-яй-яй-яй-яй. Она не закрывается. Все, сегодня я что-то заболела, я. Нос вообще не дышит. Конечно, в таком состоянии тяжело сидеть с детьми. Вообще и говорить мне тяжело. Вот игрушка нашла. Сейчас и мелкий все заражу. Ну, вроде только нормально стало. Прошли все сопли. Все, сейчас начнется у всех по очереди. По кругам. Зима наша чертова. Ненавижу зиму. Куда без нее? Да. Да? Вик, ты где у меня? Вот. Спой. Иди сюда, спой песенку. Ой, про гномиков. Гномик. Ну так нет, подальше и нормально, ладно? Не балуйся. Гномики, гномики, маленькие гномики, приходите в мой дом, я ваш добрый гном, угощу я их печеньем и малиновым чаем мастим напою, песенку спою. Гномики, гномики, маленькие гномики, приходите в мой дом, я все. Молодец. А про осень надо? Нет, Вика, не надо про осень. Мы столько песен знаем, можно... про зиму? Нет, можно их петь бесконечно. Ну, пожалуйста, давай про зиму. Ну, давай про зиму. Чуть-чуть, только один куплетик, ладно? Ой, зима, игра забавы. Ой, зима. Ой, зима, пошли на славу. Молодец, и все молодец. Это как конец уже. Молодец. А Вероника подтанцовывала, да? Да, да, скажи, да. 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 А я уже не пританцовываю, я уже притемпературиваю потихонечку, чувствую. Все заломало тело. Все, Вика, со мной не целоваться. И что? С
Все, пока-пока. Пока-пока. Сегодня, кстати, сегодня каникулы в Мексике, финал. Обожаю их смотреть. А потом еще в 10 начнется финал. До 11, в 11 будет ток-шоу еще с ними. Я должна это посмотреть.